один возьми. Дай вот. Сергей! О, стрёмно. Может, они все-таки сюда выпрыгнут, если они будут. Сегодня у нас состоялось очень значимое событие. Мы на территории охранной зоны, недалеко от границы с заповедником, выпустили трех медвежат, которые прибыли к нам из Тверской области, из центра реабилитации медвежат-сирот. Медвежата проделали большой путь к нам. Для этого у нас было подготовлено здесь заранее место. Это охраняемая территория. Здесь нет близко населенных пунктов, но в то же время очень хорошие кормовые угодья для медведей, защитные угодья тоже. Установили фотоловушки для того, чтобы можно было отследить дальнейшую судьбу этих зверушек. В дальнейшем мы будем проводить здесь постоянный мониторинг, мы будем следить за перемещением животных. Очень интересно будет проследить их судьбу, как они будут себя вести весной. Для этого мы будем организовывать специальные исследования. Будет проведена экспедиция и будет установлена матрица фотоловушек. Мы очень надеемся, что этих медвежат ждет счастливая судьба. Мы готовы им создать все благоприятные условия. Территория охраняется, и у нас не фиксируется рядом с заповедником или на его территории фактов браконьерства. А в свою очередь от
Центр спасения жертв сирот, который находится в Тверской области. Мы благодарим Николая Павловича Кораблева за оказанную нам честь вот, выпустить нежелательно охраняемую территорию заповедника, оглашенную зону. Это Пенелопа, Бусинка и Маша. Надеемся на их благополучную зимовку. Весну мы совместно с сотрудниками заповедника Плесовский промониторим данную территорию на предмет благополучной зимовки этих медвежат. Мы благодарим наших коллег из Центра спасения медвежат-сирот за проделанную большую работу. Это действительно большое для нас событие, и мы очень рассчитываем, что в дальнейшем этих животных ждет хорошая судьба. Спасибо большое. Спасибо.